Джахангир Абдуллаев. Коррупционный паразитизм. Всякая там фармакология. И здесь я никому не открою Америки, сказав, что Минздравы тесно связаны с фармакологами, которым выгодно торговать медпрепаратами по самым дорогим ценам, чтобы богатеть на болезнях людей. Вы уже давно заметили, что мы победили чуму, тиф, полиомиелит, детские болезни, но мы не победили болезней, которые нас... Airport, a novel by Arthur Haley. Copyright 1968 by Arthur Haley Limited. Read by Jahangir Abdullayev. From traffic control to customs hall, from the airport manager's office to layover apartments in stewardess row, the rooms are filled with men and women whose private pressures and passions match the fury of the blizzards and sweeps across the runway outside. Аудиотека всемирной литературы Абдуллаева Джахангира представляет. Чингис Айтматов. Плач перелетной птицы. Притча о киргизской семье, живущей на берегу священного озера Иссык-Куль во время борьбы киргизов с джунгарцами. Мать молится на берегу озера. Глава 11. Купеческий струк вывернулся из-за острова так неожиданно и так живописно и беспомощно явился разицам, что те даже развеселились. Здорово, гость! Веселились. Здорово! Пан улыбаясь. Лап! Стасковался я без тебя. Давай-ка сюда, родной мой. Стасковался я без тебя. Давай. Thank you.
If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired. Двое на заднем сиденье совершенно не интересовались пейзажем, а интересовались друг другом. Начал проявлять интерес мужчина. «Ох, да за что же мне долюшка такая? Да копила-то я их, копила! Ох, не лишний-то!» «Приворал! Почему? Уже сейчас эта проблема решается. 120 лет – это нормальный срок считается. Мы только не располагаем данными. Но мы возьмем их у соседей по галактике». «А сами-то не можете, чтоб на 120? Сами пока не можем. Это медленный процесс. Может, и докатимся когда-нибудь, что будем 120 лет жить». Его звали Васёка. Васёка имел 24 года от роду, 1,85 рост, большой утиный нос и невозможный характер. Он был очень странный парень, Васёка. Кем он только не работал после армии. Пастухом, плотником. Василий Шукшин. Рассказ Стенька Разин. Его звали Васёка. Васёка имел 24 года от роду, 1,85 рост, большой утиный нос и невозможный характер. Он был... Вечером у Глеба Капустина на крыльце собрались мужики. Ждали хозяина. Про Глеба Капустина надо рассказать, чтобы понять, почему у него на крыльце собрались мужики и чего они ждали. Глеб Капустин – толстогубый, белобрысый мужик лет 40, деревенский. К протоке. Он сам напугался, а ей казалось, что он следом бежит. Вот она и кричала про детей. «Закричишь!» Нина так и не посмеялась. «Шутка в деле, медведь!» И продолжала чистить картошку. «Нет, у нас их нету. У нас змеи». «Гадюки?» «Но». «Эй, ты хлопчик маленький, бери...» Последней моей верой было непротивление злу. Саша прерывисто вздохнула и задвигалась. Лихарев поднялся и подошел к ней. «Дружочек мой, не хочешь ли чаю?» — спросил он нежно. «Пей сам», — грубо ответила девочка. Лихарев сконфузился и виноватой походкой вернулся к столу. «После армии пастухом, плотником, прицепщиком, кочегаром. Накануне он мне рассказал анекдот. Он любил слушать анекдоты, смеялся потихоньку, когда в курилке рассказывали, но сам я не слышал, чтобы рассказывал всем. А тут мы ждали очередь к телефону. Он меня притиснул в уголок и торопливо, не умел. Жена называла его Чудик, иногда ласково. Чудик обладал одной особенностью. С ним вечно что-нибудь дослучалось. Она всего-навсего неделю человека знала, а мы с ней 4 года прожили. Не дура она после этого. А государство деньги на ее тратило, учило. Ну и где... Абай,
Слова назидания. Книга слов. Слово первое. Хорошо я жил или плохо, а пройдено немало. В борьбе и ссорах, в судах. If you can At half past six on a Friday. При решении подобных задач очень важно уметь рассуждать ретроспективно. Это чрезвычайно ценная способность, и ее нетрудно развить. По-видимому, яростное сопротивление нашего пленника вовсе не означало, что он... Всю ночь они ехали по извилистым ущельям, по петляющим. На следующее утро, после разговора с мормонским провидцем, Джон Ферье отправился в Солт-Лейк. С тех пор, как Джефферсон Хоуп и его товарищи уехали из Солт-Лейк-Сити, прошло 3 недели. Здесь, пожалуй, не место вспоминать бедствия и лишения, которые пришлось вынести беглым мормонам, пока они не нашли свою тихую пристань. С беспримерным в истории упорством они пробирались от берегов Миссисипи. В центральной части огромного североамериканского материка лежит унылая бесплодная пустыня, с давних времен служившая преградой. Неожиданная и важная весть, которую принес нам Лестрейд, слегка ошеломила всех нас. Грегсон вскочил с кресла, пролив на пол остатки виски с водой. На следующий день все газеты были полны сообщениями о так называемой Брикстонской тайне. Каждая газета поместила подробный отчет. Мне пришлось ждать Холмса долго, так долго, что не было сомнений. После концерта у него нашлись. Как попало туда женское кольцо? А главное, зачем второй человек, прежде чем скрыться, написал немецкое слово «rush»? Должен сознаться, решительно не понимаю, как связать между собой эти факты. Должен сознаться, что я был немало поражен тем, как оправдала себя на деле теория моего компаньона. Уважение мое к его способностям сразу возросло. И все же я не могу отделаться от подозрения, что все это было подстроено. Забыть? А видите ли, сказал он, мне представляется, что человеческий мозг похож на маленький пустой чердак, который вы можете обставить как хотите. Дурак натащит туда всякой рухляди, какая попадется под руку, и полезные и нужные вещи уже некуда будет всунуть. Или в лучшем случае до них среди всей этой завали и не докопаешься. А человек толковый тщательно отбирает то, что он поместит в свой мозговой чердак. Пламени. Лаборатория пустовала, и лишь в дальнем углу, пригнувшись к столу, с чем-то сосредоточенно возился какой-то молодой человек. Услышав наши шаги, он оглянулся и вскочил с места. «Нашел!» – ликующе крикнул он, бросившись к нам с пробиркой в руках. «Я нашел, наконец, реактив, который осаждается только гемоглобином и ничем другим!» Если бы он нашел золотые россыпи, и то, наверное, его лицо не сияло бы таким восторгом. Молодая рыжая собака, помесь такса с дворняжкой, очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчет. Как это могло случиться, что она заблудилась? Стонет он. Ох, умираю! Бабы. В селе Райбуже, как раз против церкви, стоит двухэтажный дом. На каменном фундаменте с железной крышей. В нижнем этаже живет со своей семьей сам хозяин, Филипп Иванов Кашин, по прозванию Дюдя, а в верхнем, где лет... Ты расскажи мне с самого начала, как было дело. Егор встал у косяка, заложил назад руки и начал. Ходили мы к барину Владимиру Михайловичу. Рядились от раба, копилки и... Дачный. Передо мною на столе визитные карточки, которыми почтили меня на гадаль.
The journey is usually the part that you remember anyways. The journey is usually the part that you remember anyways. Salaam alaikum. كيف حالك؟ الحمد لله. يا ياك كيف تسولي؟ السلام عليكم. Здравствуйте. Я Антон Павлович Чехов. Русский писатель, прозаик, драматург, публицист, врач, общественный деятель в сфере благотворительности. Встревоженно. Сударыня, там кто-то спрашивает вас, хочет видеть. Но ведь ты сказал, что я со дня смерти мужа никого не принимаю. Сказал. Было еще темно, но кое-где в домах уже засветились огни, и в конце улицы из-за казармы стала подниматься бледная луна. Было еще темно, но кое-где в домах уже засветились огни, и в конце улицы из-за казармы стала подниматься бледная луна. Лаптев сидел у ворот на лавочке и ждал, когда кончится всеночная в церкви Петра и Павла. Он рассказывал: «Анюта, в самом дешевом номерке меблированных комнат Лиссабон из угла надлежащие меры. Блины. Вы знаете, что блины живут более 1000 лет. Самого что видны были только тускнеющие огни, оставленные гаваней до черной, как тушь неба. Дул холодный, сырой ветер. Мы чувствовали над собой тяжелые тучи, чувствовали их желание разразиться дождем, и нам было душно, несмотря на ветер и холод. Мы, матросы, столпившись у себя в кубрике, бросали жеребий. Чехов was... Игорь Александрович вышел, вслепую толкнул ворота. Оказалось, надо на себя. Он взял в одну руку чемодан. Темная августовская ночь.